Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова. В гостях у нас руководитель отдела продаж недвижимости группы компании «Дело и деньги» Александр Шевалдин. Александр, добрый день. Добрый день, Мария. В одном из наших прошлых выпусков мы с вами уже поднимали тему флиппинга. Давайте напомним сначала, что это такое. Флип – это переворачивать с английского. Это такая инвестиционная стратегия, которая популярна на Западе и преследует собой извлечение прибыли из объектов недвижимости с их преобразованием. Купить квартиру, которая выглядит как-то не очень, да. И сделать ее красивой и провести там ремонт. Да, и помимо прочего, еще юридические нюансы различные тоже закрыть. Это все мы делаем. Ну, сейчас подробнее об этом поговорим. Мы уже говорили о том, почему купить квартиру, которая прошла такое преображение, это выгодно и приятно. Да, это быстрая сделка. И такая сделка — гарантия того, что на квартире нет никаких обременений, долгов, хорошая цена, так как компании интересно продать квартиру в минимально короткий срок. В этой программе хочу поговорить теперь с другой стороны, почему продавать квартиру под флиппинг — это выгодно. Вообще, как вы находите недвижимость для такого преображения? Источников достаточно много. Это различные агрегаторы. Мы очень хорошо развиваем партнерскую сеть с другими агентствами недвижимости. Ну и в последнее время обращений от самих клиентов стало намного больше. То есть есть некая часть людей, которые с этой услугой уже знакомы, которые ее преимущества знают. Да, главное преимущество – это быстрое проведение сделки. Продавец экономит время, силы. Покупка происходит за наши собственные деньги. Мы принимаем решение моментально. Ну и такую сделку можно осуществить даже за один день. А по поводу цены, за которую вы готовы купить, ну, может создаться впечатление, да, что если вы покупаете квартиру не очень красивую, может быть, с какими-то обременениями, то хотите сделать это подешевле. Смотрите, таких квартир сейчас на рынке достаточно много. Мы ищем варианты, которые рынком не востребованы, которые не оценены, но это их рыночная цена на данный момент. И из этих квартир делаем для конечного потребителя то, что нужно, то, что сейчас востребовано. А вообще под флиппинг любые квартиры подходят или нет? Почти. Состояние квартиры для нас не является проблемой, но мы всегда смотрим на дома, на коммуникации. Ну и поэтому почти все квартиры к нам подходят, где хороший дом, хороший район. Еще есть такая категория, как сложные квартиры с ипотекой, с какими-то неоплаченными счетами, в наследстве. Вот таким жильем вы тоже, я так понимаю, занимаетесь? Да, и это очередное преимущество для покупателя, потому что аресты мы снимаем, юридические проблемы решаем. Ну и для конечного потребителя это уже безопасное приобретение. И в последнее время, конечно, очень много квартир на рынке наследственных из-за ковида. Эти квартиры, они как раз тоже не востребованы рынком. У них состояние все под ремонт. Делать самостоятельно, тратить на это время, силы, энергию люди не хотят. То есть это квартиры не востребованные рынком, это квартиры, над которыми просто надо немножко потрудиться. Да, все правильно, и мы знаем, как. А вообще, вот в принципе, больше вы покупаете квартир, которые нехороши внутри или у которых какие-то юридические проблемы? Вообще, вот на такие сделки чаще какие идут продавцы? На самом деле и так, нет такого, что каких-то больше. Люди решают различные свои проблемы. У кого-то это время, у кого-то нет возможности заниматься вот этими юридическими проблемами. Мы их помогаем решать, и поэтому люди выбирают нас. Чтобы выбрать вас, куда нужно обратиться? Бизнес-центр «Кристалл», профсоюзная 1, 7 эташ, телефон 47-69. Приходите к нам, мы либо купим квартиру за один день, либо продадим ее за месяц. Спасибо, Александр, большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня нашим слушателям. Доброго дня. Услуги по недвижимости оказывает ИП Павлов Никита Константинович. ИНН 43-45-83-08-68-79. ОГРН ИП 31-64-35-00-98-047. Деньги в дело. Финансы и недвижимость.